Дарья, как давно вы болеете за футбольный клуб «Городей»? Недавно, с прошлого сезона. Какие матчи посещали? Может, есть любимчики в команде? Нет. Любимчиков. А какие матчи вам запомнились с прошлого сезона больше всего? Когда «Городей» играла с БТ. Переживали, поддерживали, кричали на трибунах? Да. Сильно? Не очень. А кто вас привел первый раз на домашний матч в «Городей», на стадион «Городей»? Мой папа. Он наш давний болельщик. Да. Давно-давно ходит и всю семью, маму, папу, сестру и вас привел. Да. То есть это у вас семейный вид отдыха? Да. Ходите теперь с этого сезона на каждый матч? Да, конечно. Хорошо. И, как я понимаю, останетесь нашей болельщицей и в 2019 году? Да. Скажите, пожалуйста, что вы испытали, узнав о победе в конкурсе совместном «Городей» и «Макрона»? Я очень обрадовалась. Всем начала рассказывать. Из чьих рук вы бы хотели получить майку? Мне кажется, мне... Все равно? Да. Все парни одинаково достойны и хорошо играют? Да. Что вы пожелаете остальным участникам наших конкурсов, ведь это не последний? Удачи, чтобы выигрывали больше и верили в себя. Спасибо. А что пожелаете команде в этом сезоне, юбилейном для клуба? Больше побед и удачи на каждых матчах. Спасибо.